Здравствуйте, дорогие зрители! На этом канале каждый день мы говорим обо всем, что происходит в мире звезд и знаменитостей. Не забывайте подписываться, ведь свежие сюжеты выходят каждый день. Российская и мировая эстрада крайне богата на талантливых людей, которые радуют поклонников по всему миру. Однако никто не будет спорить, что в последнее время все чаще о них мы вспоминаем в контексте печальных, трагичных событий, которые также происходят все чаще. Буквально невозможно сосчитать, сколько талантливых, ярких и популярных людей мы потеряли за эти несколько месяцев. Многих из них забрала та самая болезнь, которая появилась совсем недавно, а некоторые ушли при невыясненных обстоятельствах. И вот, к сожалению, сегодня мы вынуждены рассказывать о еще одной такой потере. К огромному сожалению, в одном из госпиталей сегодня на 74-м году жизни навсегда ушел яркий, талантливый певец и автор песен Новица Здравкович. Это артист, который долгие годы работал на сцене и стал популярен не только в России, но и в странах СНГ. Причин его ухода не называют, а со всех сторон уже слетаются слова соболезнования. Это большая потеря для всех нас. На нашем канале еще много интересного. Не забывайте подписываться и берегите себя.